карнавал жизни в поисках других миров, дыхание севера и пространство мифа. Сразу 7 картинных выставок открылись в музейном комплексе «Артишок». На экспозиции представлены десятки картин, и большинство из них на фантазийную тематику. Мы очень часто меняем выставки, и сейчас открылось сразу 7 новых выставок, на которые мы приглашаем всех, чтобы увидеть яркие краски, новые впечатления в то время года, когда солнце садится рано, встает поздно, и только в нашем музейном комплексе вы найдете что-то яркое, необычное. Всех приглашаем. Художники попытались отразить свое видение космоса и других миров, а также показать несуществующих животных, которые, по их мнению, живут в параллельной реальности. Выставка открыта для всех желающих и находится на территории парка Льва Толстого.